Благотворительный фонд «Инсан» оказал помощь погорельцам на сумму 500 тысяч рублей. Семья из Бабаюртовского района в результате пожара осталась без жилья. К счастью, обошлось без жертв. По предварительным данным, возгорание произошло по причине скачка напряжения в электросети. В срочном порядке для пострадавших организовали сбор средств. Представители муфтията передали им собранную сумму и заверили, что и в дальнейшем не оставят людей без поддержки. Большое спасибо тем, которые все помогли. Дай Бог мне здоровья, дай Бог мне счастья.